У нас началось извержение вулкана прямо сюда. Всем привет! Вы смотрите Мультик Плеер. В сегодняшнем видео 3 часов сценария. Я буду играть маленькими существами на арене с боссом. Будем смотреть, какие будут награды и какой получится урон. Подпишитесь на канал Мультик Плеер. А у нас скоро телепорт на арену. Смотрите, значит, первая моя тактика будет такая: беспорядочно все кусать. Покусаем все. Так, но здесь у меня получилось вот такой ранг, такие награды. Ну, так, в следующий раз, смотрите, у меня получилось даже увидеть миньонов, вот как близко. И я разработала небольшую тактику. Я буду подлетать к боссу, кусать его, отпускать полет, приземляться и опять взмывать вверх. И таким образом буду на босса нападать. Посмотрим, что будет, какая награда. Ну, тут достаточно-таки тоже опасно. И не всегда понятно, где находится босс. Он улетает, ой, он уходит. Мне приходится подлетать и вновь его искать. Поэтому много времени на это тратится, в принципе. Так, и сейчас мы играем грифоном, Гриффином. И вот так. Отлично, с этой тактикой получилось даже вид кики получить. Ладненько, давайте посмотрим следующий. На него слишком много урона, пришлось отлететь. И мне дали даже больше, смотрите, фуго, вид и токен. Ну, классно. Слышите, намного больше всяких наград получаешь, когда играешь за маленького существа. За маленькое существо. Благодарю тех, кто писал в комментарии и подал такую классную идею. Это здорово. Я надеюсь, что вам получилось очень много чего получить за арену. Так, в этот раз моя тактика дала очень много, смотрите. C++ даже мне дали. Классненько. Берем другое существо. В этот раз пробежка лекарем Ани. Мы будем всех стрелять и кусать, кого попал, посмотрим, что нам дадут. И стрельба из луча, а также кликанье всех вылечить. Пытаемся вот тут не совсем понятно, правда, такое месиво. Вообще непонятно, кого лечить надо. Вот лучом намного практичнее получается, так больше выходит. Ну, посмотрим, какую оценку дадут. Смотрите, здесь очень много всего. Вот я даже миньон наконец-то увидела, а то они вообще невидимые были для меня, потому что сверху смотришь, когда в этой большой куче, вообще непонятно, где там миньоны, хотя их должно быть две волны, и ни одной не видела. Когда сейчас хотя бы видно. Это классно. Так, вот его надо подлечить. Ух ты! Кританула, что ли? Так, какой огромный босс для меня. Посмотрим, что мне дадут за такое лечение. Пробежка лекарем. Так. Может, кого-нибудь еще? Кстати, он единственный, у кого работает дыхание. О, что? Я так много лечила и совсем ничего. Нет, так не пойдет. Я беру другое существо. Кстати, ну совсем не обязательно выращивать их, потому что мы в большом количестве находимся существ. Тут я видела и маленькие экстерьеры, и другие. Кстати, смотрите, он катается на его рогах. Качелька деревянная. Класс. Вот у меня тоже Мунель не до конца еще вырос, но он еще успеет это сделать, пока мы будем на арене даже. Ну что, первая моя тактика — это беспорядочно всех кусать и бегать. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сколько получится получить баллов и всего-всего. Так, я не пойму, кого вообще мне лечить. Здесь такое все непонятное. И здесь, и там, и везде вообще. Пытаюсь все подряд всех покусать своим лечебным куснем. И везде. Вот так вот прям бегаем и кусаем. Бегаем и кусаем без конца. Бегаем и кусаем. Бегаем. И кусаем. Так, сократим на монтаже этот момент, потому что это будет долго. Посмотрим сразу награду, которую мне дали. Так, уху, класс, S2 плюсика, классно. Ну, жалко, что не дали вид никакой. Ну, смотрите, токен возрождения, куча грибов, вообще классненько.
Ну что, получается, что маленькими существами намного больше наград дают. Это клево. Так, этим заходом я буду медленно лечить всех. Вроде бы все в порядке, все тихо. Вот так буду медленно ходить и всех пытаться лечебным куснем вылечить. Это, кстати, интересный вид от первого лица. Такие штуки у него непонятные. Ладно, это, наверное, луна, полумесяц. Ладненько, мы посмотрели на свои ребра. Вот оно лечение. Мы медленно ходим, всех пытаемся вылечить, и никого я не вижу, кого надо лечить. А почему он не показывает, как они уровень здоровья? Так, это что было? Ладно, непонятно. А, что тут еще есть? Кого полечить? О, вот, по-моему, здесь надо остановиться, хорошо пройтись, потому как кто тут... Так, если будет темно-серый цвет, значит, это надо за совой ходить и ее лечить. Так, ну, в принципе, меня лечить получается медленно, вот сейчас я спокойно хожу, без таких паники, без всего такого быстрее-быстрее, всех надо успеть. Спокойненько ходим, мне кажется, так даже и больше в кого попасть можно своим лечением. Ходим. Так, ух ты, смотрите, да я тут много кого... Уже полечила, даже кританула. О, опять C++. Да я же говорю, хилом намного выгоднее быть. Классно. Фугу дали опять вид. Токен возрождения. Ну, клёвские. Да, классно. Так, у нас началось извержение вулкана прямо сюда. Давай быстрее, 25 секунд. Надо успеть телепортнуться, пока метеоритами не накрыло. Ох. Сейчас будем смотреть внизу, куда... Так, вот он сейчас сюда упадет, надо отходить, и отсюда отходить, и от этого места отходить. Да что же это такое? Быстрее портал уже, давай загружайся. 7, 5. Так, он же еще один отсчет должен быть. О, еще много надо подождать. Так, быстрее телепортируйте. Ну что же это? Это же вообще опасно. Давай. Телепорт, сработай уже. Ну, давай, телепортируй. Я боюсь выбежать за пределы этого шара, ауры, куба, сферы. Есть, мы попали куда нужно. И нас, смотрите, осталось совсем немного. Всех остальных подбили метеоры. Так, вот он, сова. И можно полечить сейчас всех, наверное, уже. Да, вот уже подтеки вижу. Все, будем сейчас ходить всех кусать. Лечебным куснем. Так, вот так. Ну, и так, я не могу повернуть нормально ни на кого, чтобы их подлечить, но так сложно поворачиваться. Да, вот она, вот у нее кровотечение началось у совы. Давай. Слишком быстро отхожу, слишком далеко. Маленький поворот. Ну, это здорово, смотрите, вот эти метеоры, они не задевают нашу эту арену. О, какой огромный миньон! В сравнении с моим Мунелем, так вообще огроменный. И так, пока его нет смысла босса атаковать, будет нулевой урон. Надо сначала победить всех миньонов, а потом уже... Вот он уже начал двигаться, все, можно его атаковать. Точненько. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, это прикол, конечно. Во время метеоритного шторма все это произошло. Кстати, как я поняла, торнадо убрали, что ли? Из игры. Так, посмотрите. Надо вот здесь вот лечить. Лечение. Давай. Ну, нас так много, смотрите, Мунели. Кстати, сейчас награды пофиксили, они уже меньшего размера идут, но все равно, как видите, мне удается накопить довольно-таки быстро тоже всего всякого. Но тут вообще, вот на самом деле, вот сложно понять, где босс, куда его идти атаковать. Мунели Спайси C++, ну классненько, смотрите, и грибочки, и яйца клевские. Ну что, друзья, у нас еще одна неделя идет с этим ивентом, потому что, как обещали, 3 недели ивента. И вообще, по идее, до 6 мая, если я правильно помню, я там говорила в предыдущих видео.
будет этот ивент, так что успевайте зарабатывать грибочки. Подпишитесь также на канал Multiplayer. Всем удачи и пока-пока. Оставьте комментарий под этим видео, пожалуйста.